На розі хутор трассы были открыты для катания 136 дней с 27 декабря. Всего за этот период здесь побывали более 600 тысяч посетителей, а общее количество гостей за год превысило 1 миллион 50 тысяч человек. Прошедший зимний сезон по погодным условиям, начавшийся на 2 недели позже запланированного срока, стал для курорта первым полноценным. До Олимпиады горнолыжная зона периодически закрывалась для туристов для подготовки и проведения тестовых соревнований. Сейчас канатные дороги курорта закрыты для проведения профилактических работ и будут вновь открыты для посещений с 1 июня.